Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Сделали мы нового азимута, который поедет на выставку в Москву. Выставка будет проходить в город Москва 11-14 марта. Вот такой цвет у него приятный. Многие уже говорят, давайте мы вам его оплатим. Здесь покрашено все YNX. Чтобы вы понимали, кому интересно, можете загуглить в интернете обшивы YNX. Багажник полимерная. Но рама полностью вся покрыта YNX. Тут уже стоит заводская резина. Кофр. Задние стопаки. Ну, выше он идет примерно на сантиметров 10-12 идет. Вот такой агрегат. Тут также, как на том выставочном в том году, сделали массу такую же, пулевую защищенную. Если вода даже попадет, ничего не будет. Также поворотники, дорогая оптика. В общем, все это идет на выставку. Вот такой красавец готов. Сегодня будем грузить его в автовоз. Все, ребят, всем до новых встреч, всем пока, приятного просмотра.